Часто я начну. Исла.ру, я Александр Тимошенко, Москва. Прибытие в Москву легендарного бодибилдера Кая Грина. Дважды, трижды, четырежды восходившего на самый высокий трон Олимпии, но так и там не оказавшийся. У меня будет всего к нему три вопроса. Очаровательная Катя, представляющая сеть магазинов 5LB, будет переводить меня. И первый вопрос мой звучит очень просто. Кай художник, творческая личность. Как-то его творчество связано с Господом Богом? И планирует ли он когда-нибудь закончить с бодибилдингом и заняться своим творчеством напрямую, как, ну, основной вид деятельности? Wow, that is a really interesting question. I have to thank you for posing such an interesting question my way. In truth, yes, I do believe that to be a bodybuilder means to be somewhat, in some way, aware of the artistic mind. So with that said, I think that, yes, it is very, 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 very possible and true that I've already begun a journey of seeing what it looks like to have my life or some efforts of my own hand devoted to the appreciation and magnificence of the expression of the artistic mind in my life. So just by the definition of being a bodybuilder, I think that's already very true and right to be said. So yes. Кай говорит, что в любом случае бодибилдинг, он связан с искусством, потому что если ты бодибилдер, то ты в какой-то степени все равно человек искусства. Вопрос очень интересен, поскольку, да, Кай художник, ему это очень нравится. И действительно, он уже думал о том, как он будет продолжать свою карьеру, кем он станет после того, как он закончит карьеру бодибилдинга. И он уже делает шаги в этом направлении, развивается и вкладывает очень много усилий как раз в свое будущее как деятель искусства. Thank you very much. Второй вопрос. Second question. Джордж Фара. Your coach. Джордж Фара, тренер? Is George Farah still your coach or he's your ex-coach? No, George Farah is absolutely my coach. Yes, he is. Да, он действительно до сих пор мой тренер. Откуда слухи постоянно идут о том, что Джордж не тренер? Постоянно везде, весь интернет, американский, везде пишут, что Фара расстался с Каем. He says there are so many rumors in the internet that you do not work with Farah anymore, that you quit working with him. So many rumors everywhere. Really? Yeah. How could you comment that? Why is that? Well, that's news to me. Для Кая это новость. Он удивлен. В интернете много всяких помоечных всяких. There are so many trash news in the internet, he says. Well, you know what? The thing about trash news is, I don't deny that trash news may exist, you know. I think that's one of the wonderful realities that come along with being a personality. Кай говорит о том, что, конечно же, он не отрицает тот факт, что много, как вы сказали, помоечных новостей в интернете. Да, они появляются постоянно, всегда были и есть такие люди, которые любят говорить, и многие люди делают из этого бизнес, и делают бизнес из того, что они говорят плохо о ком-то, потому что хорошего говорят многие. Они придумывают что-то новенькое, если нельзя сказать чего-то плохого, что происходит по-настоящему, то приходится выдумывать. И если коротко переводить ответ, то можно сказать о том, что он говорит, каждый атлет — это человек, который уже становясь на эту дорожку, на этот путь,
он должен осознавать, что он будет сталкиваться с такими проблемами. И что всегда, если он хочет, чтобы много людей говорили про него хорошо, то всегда найдется какой-то процент людей, которые будут говорить плохо. Ну, а чтобы ответить на ваш вопрос, он может обойтись всего лишь одной фразой «нет». Он не перестал работать со своим тренером. Блестящий ответ. Большое спасибо. И третьего вопроса не будет, а будет пожелание от команды East Labs. Я от меня, Александра Тимошенко, от Игоря Копчика, от Якуба Копчика, чтобы в 2015 году мистером Олимпия стал Кай Грин. He will not have a third question for you. Your answer for the second question was brilliant. But he wants to wish you from his own person and from the part of his friends that in 2015, right? В этом году, да. And this year, you become Mr. Olympia. We are with you. Oh, thank you. Как это? The end. Thank you very much. Ah, well, thank you. And this was a wonderful opportunity. We're just getting started here in Russia. And I'm just excited about being here in Moscow. We're excited to be here. Muscle Meds, on behalf of Muscle Meds, the IFBB, where I'm from, my own neck of the woods, my district chairman, Jim Mangan, and the crew back home. Moscow, we are thanking you for welcoming us here, welcoming us into your home, and we're just looking to do great things, and we're excited to be here this week. Не знаю, стоит ли переводить, наверное, все поймут. Кай только что приехал в Россию. Он очень-очень рад этому. Он уже побывал в нескольких местах, поездил немножко по Москве. Он очень рад, он очень взволнован и ждет с нетерпением всего, что произойдет с ним в ближайшие дни. А это семинар с Каем Грином в субботу в Дворце спорта «Янтарь» в 17:00. А также какие-то другие интервью, съемки в телепередачах и так далее. Читайте интернет, смотрите телевизор. Очень-очень много Кая будет везде в этих. You said you are thankful to the IFBB president? Oh, yes. All of those wonderful powers that be behind the scenes that make it just possible for us to do what we do as the athletes and being a part of the organization. So, you know, we just send a very, very healthy and hearty shout out to all those that need to be mentioned, but we don't at this time, just because their names escape us. But we just say, with respect, hey, how you doing? How you doing? Он передает большой привет всем, 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 кто как-то поучаствовал, да, во всем его успехе. Он не может назвать всех имен, поэтому просто всем передает пламенный привет и благодарность. Еще раз ему спасибо и до встречи завтра. Thank you and see you tomorrow. Great news. Tomorrow.